У 66-летнего актера Келси Грэмора, сыгравшего Хэнка Маккоя, зверя в первой трилогии «Людей Икс», 9 детей от 4 браков. Он самый многодетный отец нашего рейтинга. Все жены актера были связаны с индустрией кино. Среди них были актрисы, сценаристы и продюсеры. Кейти Уолш, с которой актер в настоящий момент состоит в браке, родила ему 3 детей. У главного голливудского сердцееда Брэда Питта 6 детей. В браке он был 2. Первой супругой актера стала звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Но общими детьми пара не обзавелась. В Голливуде поговаривали, что это была одна из главных причин расставания актеров. Брэд Питт ушел от Дженнифер к Анджелине Джоли, с которой познакомился во время съемок в фильме «Мистер и миссис Смит» в 2004 году. У пары 6 общих детей, 3 из которых их биологические дети и 3 усыновленные. Все дети пары носят фамилию как матери, так и отца и зовутся Джоли Питт. Пара узаконила свои отношения в 2014 году, а 2 годами позже уже приняла решение разорвать их. В последнее время актерам более-менее удается прийти к согласию по основным вопросам, и споры, которые длились более 3 лет, наконец-то разрешаются. Тем временем Брэд Питт все-таки добился своей цели. Согласно решению суда, он имеет возможность регулярно видеться со своими детьми. У актера и режиссера таких фильмов, как «Храброе сердце», «Страсти Христовы», «Мэверик» и «Смертельное оружие», обладателя 2 статуэток Оскара, 9 детей. 7 из них ему подарила бывшая жена Робин Мур, в браке с которой он прожил 29 лет. 8 по счету ребенка актеру подарила Удраженко Саранска, проживающая в Штатах, Оксана Григорьева. 9 по счету ребенка Мэлу подарила сценаристка Розалинда Росс, с которой в настоящий момент он состоит в отношениях.